Его стихи – гимн непредсказуемый, трудный, полный разочарований, но по-прежнему прекрасной жизни. Это гимн хулигана, вечного мальчишки и великого мудреца. В музыкально-поэтическом спектакле «Поэт Есенин» зрители услышат любимые стихи великого русского поэта, автобиографические зарисовки и песни в исполнении артистов театра эстрады. Концерт состоится с участием Александра Новикова. На заключительном концерте цикла «Стихии» камерный оркестр «Бах» представит произведения композиторов со всего света, от барокко до современности, объединенных только музыкальным взглядом на стихию. В программе прозвучат композиции Ребикова, Грига, Йосимацу, Сибелиуса и даже Шонберга. Не пропустите сегодня хоккейный матч между командами «Автомобилист» и «Акбарс». Он пройдет на арене «Уралец». «Автомобилист» занимает 5-е место в турнирной таблице из 12. Команда находится в хорошей форме. Приходите болеть за наших. Еще больше анонсов мероприятий можно найти на портале juvens.ru.